состоялась торжественная церемония открытия многодневных соревнований по велоспорту среди юношей и девушек памяти мастеров спорта СССР Евгения Червененко и Раиса Бадретдинова. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангыстауской, Кызылординской областей. На церемонии были оглашены имена победителей первого этапа соревнований. Им вручены специальные призы от генерального спонсора компании «Каспетрель Групп». Соревнования продлятся до 7 мая.